Третью обработку от трипса я провожу с интервалом 9 дней от второй. Сегодня для обработки своих орхидей и других комнатных растений я выбрала Фуфанон Нова. Дозировку выбираю концентрирование, чем рекомендует производитель. На 1,5 литра воды комнатной температуры я добавила 2 мл препарата плюс 3-4 капли моющего средства Фейри в качестве прилипателя. Опрыскивать по листу необходимо тщательно со всех сторон и во все укромные места растений. Фуфанон – это универсальный инсектицид, быстро справляется со всеми видами паразитов, имеет 3-й класс токсичности и неприятный запашок. Потому я использовала средства защиты, перчатки, маску, вентилятор, открыла для проветривания окно, закрыла плотно дверь. И, понятное дело, выбрала время, когда домашних не было дома. Кошек закрыла в других комнатах. Для эффективности препаратов от вредителей обработку необходимо провести минимум 3 раза с интервалом 7-10 дней. Почему я выбрала именно такую схему обработки, расскажу в следующем видео. Продолжение следует.